Интервью на телеканале 24KZ. Я Ида Хамзина. Здравствуйте. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы обсудим современные возможности казахской молочной кухни. Молочные продукты, такие как кумыс, шубат и айран, всегда занимали важное место в казахской культуре. В условиях глобализации и технологического прогресса эти традиционные продукты приобретают новые формы и становятся популярными не только в Казахстане, но и за его пределами. Мы поговорим с экспертом, этнографом о том, как традиционные молочные продукты адаптируются к современным условиям, каков потенциал казахской молочной продукции на внутреннем и международном рынках. Позвольте представить Айгерим Мусагаджинову, эксперта казахской кухни и культуры. Я приветствую вас в студии. Вы эксперт, считаетесь, всей казахской кухни. Вот какое место занимает именно молочная продукция? Да, я вот очень рада приветствовать. Я уже много лет занимаюсь исследованием традиционной кухни, традиционного питания. Вообще вся казахская кухня, она состоит из трех основных направлений. Это молоко, зерно и мясо. Это вот три направления, которые составляют и всю основу кухни. То есть блюда без кисломолочных, молочных ингредиентов, они не являются полноценными. Поэтому при приготовлении любого традиционного казахского блюда всегда используется любой кисломолочный или напиток, или там корт, катык. То есть это всегда было повсеместно, это наша кочевая культура, это сельское хозяйство, на всем этом и основывалась вся наша кухня. Конечно, взять, если исторический факт, всю жизнь казахи – это намады, они всегда держали и лошадей, и верблюдов, и овец, и крупнорогатый скот, и всегда использовали разные виды молока. Я всегда говорю, что мы, казахи, встречаем год со словами «акмол босын», «акболсын». И вот когда... И гостей тоже. Да, и гостей, когда встречаем у себя дома, всегда «ахтагаммен карсаламыз». Когда вот у каждого человека в жизни есть важные события. Например, когда ребенок тай-тай первые шаги, его по-белому ведут полотну, да, когда девушка выходит замуж, ее тоже по белому полотну, и когда провожают гостя в дальнюю дорогу, обязательно за ним поливают белым напитком. И когда в дом встречает старшая женщина путника, обязательно ахтагамдых, ахтагамда алыпшоп карсалат. Будь то шубат, будь то кымыз, или просто обычное молоко. Вот. И то есть повсеместно мы пили козье молоко, овечье молоко, верблюжье молоко, кобылье молоко. Представляете, какой огромный спектр молочной продукции мы употребляем в питании. То есть и на основе верблюжьего молока, на основе кобылевого молока готовится целая серия и других продуктов, разных кисломолочных продуктов. То есть в этом направлении, именно в молочной кухне, наша молочная кухня очень разнообразна. Конечно, есть сейчас очень много и проблем, минусов. Да, мы говорим о том, что мы народ молока, пьем разные виды молока, но, к сожалению, у нас до сих пор нет института молока, которым бы занимался исследованием. Мы очень мало живого молока, которое мы используем в производстве. Вот. Эти проблемы есть, я думаю, ну, мы над этим работаем, и нашу молочную кухню мы развиваем. Например, сейчас, изучая, например, кобылье молоко, также я пришла к тому, что, например, кымыз – это производное кобылевого молока, саумал и парное молоко. На основе есть вот эта технология приготовления того же кымыз, их очень много, и разные технологии есть, и в каждом регионе есть свои особенности. Это все зависит от разнотравия, от добавок, которые добавляет каждая хозяйка. Поэтому, я думаю, сейчас нашим фермерам нужно задуматься над тем, чтобы вот этот продукт, кымыз, не делать его вот как сейчас такой в столовом, в домашнем формате. Уже пора открывать эти производства, создавать уже квалифицированные цеха, и вот этот продукт
продукт грамотно упаковать и уже представлять не только народу Казахстана, но и за рубеж. Ну, наверняка есть какие-то проблемы, почему этим не занимаются? Или это не желание людей? Нет, желание оно всегда есть, и проблемы также есть. Поэтому сейчас, например, изучая, например, направление верблюжьего молока, мы работаем с Мангыстауской областью, да, и помогаем нашим фермерам, объединяем их кооперативы, в кооперативы, объясняем с помощью науки, в тандеме с наукой, мы помогаем им, как правильно довести продукт до качественного результата. Сейчас самое главное – качественный продукт. Например, вот когда к нам приезжают в страну туристы, они пробуют один раз кымыз, и если это кымыз некачественный, ну, он один раз попробует, второй раз он уже его пить не будет, потому что там у него расстройство желудка и так далее. Поэтому сейчас мы должны совместно с фермерами обращать внимание в первую очередь на качество, потому что сам продукт уникален. Мы знаем его полезные свойства, мы знаем его лечебные свойства. Действительно, это тот продукт, который истории заложен в нашей крови. Это наш генетический код, поэтому сегодня мы должны в первую очередь думать о развитии отечественного производства в этом направлении. Мы должны поддерживать, государство должно поддерживать наших фермеров, и мы должны поднимать это направление. Мы за это болеем. Курт уникален, он является природным электролитом, да? Да. Ну, курт, вот даже говоря о курте, вот в каждом регионе Казахстана его делают по-разному. Но сейчас, даже пойдя на местные рынки, мы видим разный курт и разный по качеству. Есть даже такой курт, которым по голове, если ударишь, то можно и сознание потерять. Поэтому я думаю, что мы сейчас стараемся, и как ученые, как специалисты, как эксперты, я призываю людей, которые работают в этом направлении, разработать четкие стандарты. Стандарты приготовления этого уникального продукта. Потому что на основе курта можно создавать уже и современную кухню. Вот сейчас вот очень модно неономады, новая неоказахская кухня. Но на чем она будет основываться, эта кухня? Эта кухня будет основываться на исторически сложенных рецептурах, на исторически сложенном рецепте хурта, того же айрана, того же шубата. То есть мы сегодня должны развивать современную кухню, основываясь на этот исторический рецепт. Тогда у нас будет очень хороший результат в этом направлении. Агирим, вы вот упомянули о том, что подключаете сейчас науку. В каком вот направлении как раз-таки она движется и какие совместные разработки уже есть? Да. Ну, говорят, что вот один человек в поле не воин. Я как этнограф одна ничего не могу сделать. Но когда со мной объединяются биологи, технологи, ну, например, там архитекторы, дизайнеры, повара, уже в этом тандеме я могу что-то сделать и могу дать уже стране какой-то хороший результат. Поэтому сейчас я призываю объединяться и историкам, и этнографам, и технологам, и биологам, и химикам, и даже ветеринарам. Уже сейчас, объединившись вместе, мы уже в этой коллаборации мы можем создать правильные решения. Например, сейчас, занимаясь исследованием верблюдоводства, уже совместно с технологами, с биотехнологами, с ветеринарами, мы уже помогаем нашим фермерам подключить не ручную дойку, а уже использовать машинную дойку. Например, на основе верблюжьего молока уже создавать целую серию продуктов. Например, мы знаем только шубат. Ну нет, на основе верблюжьего молока можно готовить разные виды мягкого сыра. На основе верблюжьего молока можно варить конфитюр. И сейчас уже работать по направлению B2Business. Например, то есть наших фермеров учить смотреть глобально. Потому что сейчас, например, у нас даже взять просто в Астане, очень много кофейнь открывается. И все эти кофейни используют соевое молоко, там миндальное молоко, кокосовое молоко. Но зачем нам это молоко использовать, если мы можем использовать верблюжье молоко? Потому что ли это? Да, а верблюжье молоко, это молоко не содержит бета-лактоглобулин, это та лактоза, которой очень много в коровьем молоке. В верблюжьем молоке она отсутствует и является неаллергенным, поэтому даже детям с самого рождения можно употреблять это молоко. И почему бы сейчас на основе этого молока не использовать это молоко в приготовлении каш? Даже в детских садах, в школах, приготовление напитков, даже просто это молоко использовать в приготовлении чая и того же кофе. Потому что вот этот вкус, он заложен генетически в нас, он всегда будет оздоравливать нашу нацию. Поэтому сейчас, если мы создадим спектр
продуктов, тот же самый йогурт, то же самое детское питание, различные напитки на основе сыворотки, то мы таким образом оздоровим нацию. Не нужно кормить нас там чистым мясом, там баурсаками, хурдаками. Нет, казахская кухня – это локальные местные продукты. Просто взять это наше молоко, верблюжье, козье, овечье молоко, кобылье молоко – это вот сам продукт, он уникален. И на основе этих продуктов, сейчас уже используя современные технологии, мы можем создавать серию других продуктов. Ну, если вот остановиться чисто на верблюжьем молоке, то достаточно ли его в объеме для того, чтобы вот использовать в тех масштабах, о которых вы только что упомянули? Да. Да, у нас полностью Южный Казахстан занимается верблюдоводством. Это регион Кызылорда, Маңғыстау полностью, Атырау, Актюбе, они все занимаются верблюдоводством. Но знаете, там фермеров очень много, которые занимаются, держат, ну, по несколько хозяйств. Самое крупное хозяйство у нас – это Даулет Бекет, который находится в Алматинской области. Это огромное хозяйство. И этот человек сделал, Сыдык аға, он сделал огромный вклад в развитие верблюдоводства Казахстана. Он занимается сушкой молока, отправляет это молоко за границу. Также мясо использует. Но сейчас даже взять Маңғыстаускую область, почему бы там не открыть небольшие цеха по переработке этого верблюжьего молока? Можно его пастеризовать, грамотно это все упаковать. Но просто элементарно нужно этих фермеров научить, помочь, увеличить субсидии от государства. Когда фермер будет чувствовать эту поддержку со стороны государства, и даже вот мы на своем уровне, я уже почти не один год, два года мы ездим в экспедиции в Маңғыстау, пытаемся помочь наладить это все. Я думаю, что у этого вида сельского хозяйства огромное будущее. Мы можем обеспечивать свою страну, заботиться о здоровье своих детей и, конечно, еще зарабатывать на этом немаленькие деньги. То есть ценные свойства верблюжьего молока как раз-таки оценили уже за рубежом? Конечно. Но пока еще не у нас. Конечно. Там у нас, например, жирность верблюжьего молока достигает до 7%. Сам подой у нас достигает до 5 литров. И у нас жирность настолько уникальная, но если не соблюдать качество правильной дойки, если, например, с самого начала неправильно доить эту верблюдицу, то мы в конце не получим качественное молоко. Если даже мы его завтра будем ферментировать, сушить, мы не получим сухое, хорошее молоко. Например, сейчас многие люди боятся сухого верблюжьего молока. Когда молоко ферментируется, сушится, оно не теряет всех своих полезных свойств. И поэтому сейчас на рынке, продается у нас верблюжье молоко, его смело можно употреблять в питании. Например, даже я рекомендую по 2 столовые ложки развести, восстановить это молоко в воде и утром натощак употреблять. Вы полностью восстановите свой витаминный баланс за весь день. Это хорошее самочувствие, хорошее настроение. Ну и, конечно, это уже оздоровление наших клеток, потому что сейчас экология, она такая, очень много различных заболеваний. И сейчас вот даже народная медицина говорит о том, что насколько полезное верблюжье молоко. И я помню, даже во время своих экспедиций по территории Казахстана бабушки рассказывали, как они вылечивали самые страшные болезни именно отпаивая верблюжье молоко. Ну, учитывая, что и любая молочная продукция, которая у нас попадает на прилавки, она тоже восстановлена из сухого молока. То есть вот как раз-таки развенчать миф сухого молока в общем не только и верблюжьего, да? Да. Правильно да. понимаю, что да. оно может быть сухое и кобылье. И верблюжье молоко. И верблюжье, да. и коровье. То есть все свойства и ценные питательные вещества, они сохраняются? Конечно, конечно, они сохраняются. Поэтому, ну, это, конечно, в первую очередь, это транспортировка, это чтобы уже была доступность этого молока. Но уже на регионах, то же самое Туркестанская область, то же самое Маңғыстауская область, я прям рекомендую создавать небольшие заводы, небольшие цеха по переработке этого молока, объединять фермеров, помогать им, учить их. Ладно, вот фермер, он знает, как дать, ну, его дед занимался верблюдоводством, прадед, и вот эта вот традиционная система, она и передается из поколения в поколение. Но есть новые технологии, есть новые знания, технологии, наука. Да. Но не обязательно вот доить руками. Можно использовать уже машину.
мышиную дойку увеличить поголовье скота. Вот, например, я буквально была во Франции на выставке и видела там, как уже те регионы, которые занимаются верблюдоводством, они спокойно используют мышиную дойку. И вот сейчас в проекте, у нас есть научный проект по верблюдоводству, мы пригласили ученых с Франции, это Бернар Файе, это известный французский ветеринар, который уже более 15 лет занимается верблюдоводством. Это Гаухар Кунаспаева, который тоже с нами в команде работает. Сейчас мы хотим помочь фермерам создать вот эти цеха и показать просто новые грани этого уникального продукта, потому что этот продукт бесценен, и я думаю, что это достояние нашего народа, которым мы должны... Я всегда говорю, что это белое золото Казахстана, о котором мы должны говорить, рассказывать, и это в первую очередь здоровье наших детей. И культурный код. И культурный код. Мне хочется узнать, вот, достаточно ли будет, чтобы обеспечить внутренний рынок, и кто заинтересован в импорте вот именно нашей молочной продукции, вот той, о которой вы говорите, то есть это производные или сама продукция, верблюжье, молоко. Я думаю, будет достаточно. Я думаю, будет достаточно, потому что если фермер будет уверен, что его молоко будет реализовано, ну, например, как получается? Вот фермер подоил определенное количество молока, но он не знает, куда деть это молоко. Никто это молоко не реализует. И потом оно прокисает, туда добавляют закваску, это получается шубат, и он шубатом уже продает. Если будет постоянный сбыт этого молока, тогда фермер будет тоже заинтересован, он будет увеличивать и поголовье скота. Тогда он и будет следить за своим качеством молока. И тогда уже будет это направление полностью развиваться. Поэтому это вот как цепочка. И сейчас вот очень важно всем вот объединиться. Но эту традицию еще нужно привить нашим людям. Да. Правильно? Да. Потому что все привыкли пить коровье молоко. Коровье молоко. И альтернативно. Где-то кобылье, кумыс. Но вот о верблюжьем, конечно, для многих это будет, можно сказать, открытием. Потому что есть люди, которые не пробовали ни разу в жизни шубат. Ну да, многие путают до сих пор верблюжье молоко с шубатом. Это две разные вещи. Шубат – это уже производное верблюжье молока. И есть еще ашшубат, тошшубат. То есть шубат – это вот что-то похоже на айран из... Уже кисломолочный, уже переработанный продукт. Да. А вот на основе самого молока можно и сыры варить, и конфитюр варить, и сгущенку варить, и балкаймак варить. И вообще это молоко можно использовать абсолютно везде. Кстати, вот кофе... Я его называю кэмэл чина, получается очень шикарно, потому что когда взбиваешь верблюжье молоко, там образуется вот такая вот прям плотная густая пенка, которая дает вот это вот очень такой и приятный аромат в сочетании с кофе и дает такой очень интересный, приятный вкус, как я делала, когда опрос, мне всегда говорили, а, идн дам ойдеп, это типа дом такой, вкус дома. Ну вот не зря, наверное, и ООН тоже 24-й год объявили... Годом верблюдовых. Да, расскажите, почему? Ну, потому что сейчас в связи с вот этой экологической обстановкой в стране, верблюд – это именно то животное, которое адаптируется под экологию. Это то животное, которое оно полностью адаптируемое с разных сторон. И в области и кормовой базы, и верблюд – это и шерсть, верблюд – это и мясо, верблюд – это и молоко. И вот 2024 год ООН объявил годом верблюдовых. Верблюдовые – это одногорбые, двугорбые верблюды, альпаки, вигуни – это вот породы верблюдов. И сейчас уже 48 стран занимаются верблюдоводством. И Казахстан входит в список этих стран. Поэтому сейчас вот почему вот эту тему поднимают, потому что именно это животное… Интерес которое, растет и, соответственно, да, со всех сторон оно… Сбыт может быть обеспечен. Да, оно может оздоровить, и оно может содержать человека. Вот. Поэтому я думаю, мы, казахстанцы, должны обратить внимание на это прекрасное животное и развивать его не только в системе питания, но также развивать его как туристический бренд страны. Спасибо большое. Я напомню, что о современных возможностях казахской молочной кухни мы говорили с этнографом, экспертом казахской кухни и культуры Айгерим Мусагажиновой. Очень интересная, занимательная беседа. Спасибо вам большое. На этом наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами. До следующих встреч в эфире.